Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 10 февраля 2023 года. Время сейчас 22:27, и буквально несколько минут назад в Одессе прозвучал достаточно такой сильный взрыв. Сначала слышно было гул, судя по всему, вылетела ракета ПВО, и потом буквально через секунд 30-40 прозвучал взрыв. И сразу же появилась информация о том, что наши ребята успешно сбили шахет. Буквально за несколько минут до взрыва появилась информация о том, что дрон летит на Одессу, то есть в нашу сторону, в 20 километрах от нас, 20-25 километров. И сразу же через пару минут прозвучал взрыв, и успешно отработали, сбили этот шахет. Буквально сейчас, вот только что, появилась информация о том, что еще один идет в нашу сторону, так что, возможно, сейчас снова будут взрывы. И что еще хотел сказать? Хотел сказать, что ранее сообщалось о взрыве, значит, примерно это было в районе половины восьмого. Вот. Но данный взрыв я не слышал. Сообщалось о том, что это работают наши, возможно, какие-то учения, потому что на тот момент шахеды еще к нам не долетели, поэтому сбить это не могло быть. Такая обстановка на данный момент в Одессе. Берегите себя. У нас тревогу не объявляли, Последнее время, когда летят шахеды, судя по всему, сейчас опять будет взрыв.